قاعدة دوادة ده يبت دوادة ايه وادو عال قاعدة دو قاعدة قاعدة دوادة ده يبت دوادة ايه وادو عال قاعدة دو قاعدة قاعدة دوادة ده يبت دوادة ايه وادو عال قاعدة دو قاعدة قاعدة دوادة ده يبت دوادة ايه وادو Мир всем! Вы на канале Мастер Кладки 95. Я Аслан Азимов. Представиться, я Тимур. Здравствуйте! Так, вот здесь вы видите стена, которую заводит мой ученик. Сегодня он будет сдавать экзамен. То есть вон там, где стоит кирпич, это центр. То есть его задача попасть ровно в центр, вертикальный шов, так как это сделаю я. Сегодня проверим экзамен, еще я вычислю, есть ли огрехи. То есть, если я иду сверху, я вычислю все огрехи, все погрехи стены. Стена отличная, но если там что-то есть, я все вычислю и пойму. То есть, его задача попасть в центр. Сегодня оператором и жюри будет Тимур. Тимур! Хаул! Все. Ровно вертикальный шоу хакачу, фоно. Идешь экзамен. Спят мы дяхи, да? Дяхи. Пять дяхи, ба. Конечно. Трёшку получил, да? Конечно. Пять тысяч, ба, я. Позвонок бьется опять. Пять тысяч, он был вечер, она за дяхи. Я думаю, вся стена – это погрешность. Шучу. Стена отлично. Муслим еще куда бегать, забыли, да, сидеть. Да. Да, не себе. Да, это мы. А экзамен. Вот барон и надо вот был бизнес. Вот боже, вот. Молодец, Муслим. Просто вайлин, да, что? Клиенты хуйны, да? Ха-ха, Аслан.
Мало ортвина. Ортвина? Конечно. Разбирать надо, да? Разбирать это. Йохол, декельча. Очень умазывало. Так, насчет стены снизу погрешностей не было, все было четко. Олаха задайся, хача ты мог, тукин олаха. Все было четко, без там этих, скажем, любезностей. Ну, может быть, там и любезности есть, а зима уже. Так, здесь как все идет, отлично все идет. Вот. Все идет отлично. Вот здесь тоже картина вот так идет. Как я учу, допустим, своих учеников, да? Учу их четко держать плоскость, четко держать вертикаль. Объяснил, как это соблюдается. Кирпичи бывают длинные, короткие. То есть, если вы от руки будете стараться держать один шов, то это никак не получится. Нужно уже, допустим, я показывал, у меня даже где-то ролик есть на канале. А вот этот центр, вот эта перегородка, это центр. Вот. И такая ситуация, что какие бы кирпичи длинные не были, длинные, короткие, там разницы нет. Вот это есть вертикальный шов, да? И как его соблюдать? Если мы идем, допустим, делаем кладку, да? И если вот так мы начинаем, как бы, отставать от этого, отставать, то что надо делать? Не один шов там делать вот такой широкий. Допустим, вы видите, что чуток отстаете. Дальше уже происходит система. То есть два шва, либо два шва где-то вот так вы делаете незаметно шире. И опять же приходите на место. Если в следующий раз вы начинаете выходить, к примеру, вперед, чуток вперед выходить, то где-то опять же два шва уже делаете чуть тоненькие. И на общем фоне все бывает очень отлично. То есть кирпичи, они бывают, то есть иногда попадается такая партия, что она на пол сантиметра длиннее, иногда на пол сантиметра короче, 2 миллиметра. То есть 1 миллиметр, если даже каждый кирпич, это получается 10 кирпичей, это уже получается целый 1 сантиметр. То есть рука привыкает к такому шву, которому вы обычно делаете. И, допустим, попалась какая-то партия на 2 мм короче. То есть это уже 5 кирпичей, это уже 1 сантиметр. И поэтому приходится вот так контролировать швы. Но вот так вы смотрите, и все бывает отлично. Это задняя сторона, задняя часть. Здесь идут кирпичи, мелкие, битые, всякие. Но суть одна, что нужно держать плоскость, что нужно держать вертикаль. Здесь нет фундамента, здесь уже от стены пойдет штукатурка туда. Если бы здесь был бы фундамент, то сюда сделали бы облицовку. Но здесь штукатуркой закроют и все. Вот так. Интащики бочек, раскинуть тебя, мунисло. Посмотри. Центр легче, я перегородки. Так, нисло ли он, чем эти. Еще один, но тащику лучше всегда там проверить. Кирпичи тоже, как я уже говорю, вот все нормально. Вот как сделана работа. Экзамен сдан, короче, на 5. Пятерку поставлю. Своим родственникам же надо, все ведь так делают. Я тоже так делаю. Тимуру 4. Под кирпичом я камень нашел. То есть под раствором я камень нашел. Так что в растворе. Так что Тимур получает только 4. А ну-ка, подожди. Давай, последние кирпичи. Так, сильно. Кыца ряд делишь. Они слуха, курцы они. Еще один ряд. Львош кирпичук или хай шоу диас я айца тербия шоу буй. И биты сухой вошки бачки ач. И не сай юк ваилан юшчу. Это уливай. То есть какую задачу я даю? То есть не нужна скорость. То есть мне не нужна скорость. Мне нужна четкая правильная работа. Скорость, она приходит со временем.
Если работать на скорость, то уже четкость не придет. То есть самое главное, это четко, ровно положить кирпичи, а дело скорости, это уже приходит с опытом. Так, статер шоу вид, я. Вот, все. Все пошло на свое место. Так, здесь у нас как все идет, сейчас расскажу. Здесь работа идет. Эта сторона, вот эта выемка, видите? Вот. Туда должны пойти угольники. Туда пойдут угольники, так оставлю. Все леса мы потом уберем, когда я закончу. Здесь тоже оставлю вот такую выемку. Отсюда будет три столба идти. Вот так. И туда угольники пойдут. Вот так кирпичная балка будет. И естественно отсюда вон туда еще опять пойдет кирпичная балка. Но под навесом примерно вот здесь будет столб, а дальше 7.50 у нас уже будут без столба. Без столба. То есть вот так. Закончу вот эту сторону. Я думаю, уже сегодня и завтра я эту облицовку закончу. Иншаллах. И тогда куда я приступлю? Сейчас, не знаю, сейчас подумаю. Так. Скорее всего, я буду делать арку, наверное, да. Мы уберем леса, они тут будут, заказчик сам будет тумбы заливать, там, три тумбы. Все это заказчик будет делать. Пока он это делает, я буду работать на арке. Закончу арку, перейду уже на столбы и на этот ригель. И в последнюю очередь вот эта стена будет у меня облицевать нужно. Вот. Там тоже оставлю, там проволочки есть, все есть на перевязку. Тоже еще крутить можно. Вот так. Так, вот это. Насчет бетономешалки. То есть, короче, расскажу я вам про бетономешалку в следующем ролике. Какие плюсы, минусы, стоит покупать, не стоит. То есть я ее попользовался уже где-то месяц, она у нас работает, чуть меньше месяца даже. Меньше месяца, но суть не важна. Уже вот так работает, и про нее можно что-то сказать, да, сравнить. Раньше у меня была Энергомаш, по-моему, название даже не помню, желтая такая. По сравнению с ней, плюсы и минусы, и стоит ее покупать, не покупать, цена и качество. Я вам расскажу уже в следующем ролике. Спасибо всем за внимание.